Как сообщили в ОМВД России по Омской области, 21 марта 2023 года в полицию обратился 35-летний житель Омска. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад 33-летняя жительница родила от него ребенка и скрывает малышку. Как выяснили правоохранители, указанная девушка в декабре 2022 года в домашних условиях родила дочь, за медицинской помощью она не обращалась и свидетельство о рождении не оформляла. Полицейским она сама пояснила, что в ночь с 3 на 4 февраля 2023 года ее новорожденная дочь перестала дышать, после чего умерла. Женщина не нашла ничего лучше, как завернуть труп ребенка в постельное белье и положить на балконе своей квартиры. Невероятная и таинственная история произошла в одной из многоэтажек по улице Лукашевича. Изначально сотрудникам полиции девушка заявила, что похоронила ребенка в районе кладбища в Кировском округе. Но правоохранители сумели выяснить истину, а сейчас продолжают разбираться в произошедших событиях. Пока следователи сообщают, что тело немного разложилось, но следов насилия на нем нет. Скорее всего, сначала труп отдадут на экспертизу, а женщине предстоит получить заключение психиатра. А что по этому поводу думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.